Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Совсем не за горами уже 8 марта, и я думаю, будет вполне уместно уже начинать делать какие-то маленькие подарочки, сувенирчики. Сегодня я хочу задекорировать, а точнее расписать, вот такой футляр для очков. Внутри он такой самый обычный, светленькая бархатная поверхность. А снаружи это такой достаточно хороший кожзам коричневого цвета с мелким тиснением. Вот так будет выглядеть футляр после росписи. Это, конечно же, женский вариант, подойдет для подарка женщине. Это такой кружевной, нарядный, ажурный декор. Если вам понравилось и если вам интересно, как создавалась такая роспись, оставайтесь со мной до конца видео. В сегодняшней работе я буду использовать универсальные контуры, цвет белый перламутр и золото, а также акриловый лак для декоративно-прикладного творчества. Перед началом работы я тщательно обезжириваю поверхность спиртосодержащим раствором. Thank you.
Так, ну вот я и закончила роспись. Покажу вам футляр вот так, наверное, немножко под углом, потому что лампа отсвечивает и получается рисунок сливается. Поэтому буду держать вот так, чтобы вам было хорошо видно. Вот такая работа, она несложная, хотя на вид кажется, что сложная, но на самом деле нет. Рисунок этот несложный, он такой фантазийный, не требует разметки. Здесь все можно сделать полностью от руки. Сейчас я оставляю футляр до полного высыхания. На сутки это точно, но для страховки оставлю даже, думаю, на 2 дня. После этого нужно покрыть лаком. Я вам его уже показывала. Акриловый лак для декоративно-прикладного творчества. У вас может быть абсолютно любой фирмы, которую вы найдете у себя в магазинах. Кисть беру не широкую, я не буду вот так покрывать всю поверхность. То есть вот эту кожу, ну ее не надо. Буквально по рисунку. Пройтись лаком по рисунку. После полного высыхания покрываем лаком и оставляем. Но лак сохнет долго, на дней 5, я думаю, точно. И только после этого изделием можно будет пользоваться. Ну а вы, кому понравилось, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну и не забывайте, что следующее видео выйдет уже в пятницу. И до новых встреч, мои дорогие!